Это заброшенный скверик за домом уральских добровольцев 15. Этот скверик, подобные скверики были спроектированы еще во времена Макеева для удобства жителей, чтобы жители могли прогуляться, провести какой-то досуг. Данное место оказалось заброшенным. Не так давно мы делали очередной обход округа, и одна из жительниц уже пожилого возраста обратила на этот сквер внимание о том, что он заброшенный и что неплохо было бы его восстановить. Решили в этом году с волонтерами заняться этим сквером, начать, так сказать, какой-то навести порядок, опилить ветки, прибрать мусор. Думаю, на будущий год будем уже смотреть вопрос с восстановлением где-то асфальта, лавочек, ну и какого-то здесь благоустройства для удобства как раз жителей вот данного района.